Разыскиваемого на территории России сверхказахстанца задержали на родине. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. 28-летний житель района Шилакына подозревается в совершении ДТП, в результате которого пострадал человек. Пытаясь избежать ответственности, сельчанин покинул республику. Его объявили в межгосударственный розыск. Застать врасплох сверхказахстанца стражам порядка удалось при проверке документов на трассе Петропавловск-Кыши. Как оказалось, мужчина хотел вновь пересечь границу соседней страны. Сейчас задержанного опрашивают полицейские. Инициатору, а именно Министерство внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области, направили уведомление. С начала года сотрудники батальона задержали по ориентировкам 15 лиц, а также одного человека, находившегося в межгосударственном розыске. Выявлены 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за три месяца патрульные полицейские приняли участие в раскрытии двух преступлений. Выявили 58 фактов незаконной перевозки запрещенных предметов и товаров без сопроводительных документов. Из них 13 фактов перевозки мясной продукции и столько же перевозки живого скота.